Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо нами телефон HTC Desire 20 Pro. Сейчас я покажу, как со старого телефона, Android телефона, скинуть все данные на этот телефон. То есть старые данные со старого телефона на новый телефон HTC Desire 20 Pro. Итак, вначале вам нужно будет на обеих телефонах войти в Play Market. Затем найти приложение под названием Clone It. Вот так вот называется. Clone It. И на первом месте вы видите такое приложение Clone It. Устанавливаем на первый и на второй. Открываем оба приложения, разрешаем все, что попросит. Затем соглашаемся со всем и выбираем на телефоне старом, что мы отправляем. Sender. Разрешаем все. А на новом телефоне выбираем принять файл. Ищем опять. Ищем. Вот, он нашел, видите, он нашел телефон, который раздает сейчас. Новый телефон, нашел старый телефон. Итак, выбираем этот телефон в списке и нажимаем сканировать. Tap to scan. Разрешаем все, что нужно разрешить. И сканируем QR-код. Наводим в квадратик код на экране старого телефона. Итак, нажимаем ОК, соглашаемся со всем. Отлично. Теперь на новом телефоне выбираем, какие данные вытаскивать со старого. Итак, музыку смотрим, вытаскиваем. Фото вытаскиваем, приложение вытаскиваем целых 9, ну и контакты тоже вытаскиваем. Хоть он говорит, что нет контента, это очень странно. Нажимаем «Далее», нажимаем «Стартовать», и он вытаскивает только приложение. Нужно будет подождать. Отлично. Все, старый телефон можем выключать со спокойной душой, а здесь нажимаем на пункт приложения и каждое приложение по одному устанавливаем. Итак, установить. Окей, можем его запустить сразу. Установить следующее и так до конца. Спасибо вам большое за просмотр этого видео, я буду дальше доустанавливать приложение. Ну а зато вы теперь знаете, как устанавливать приложение, как перебрасывать приложение со старого телефона на новый. Спасибо еще раз за просмотр. Если есть вопросы и вы подписчик канала, задавайте их в комментариях, будем отвечать. До скорых встреч, пока!